минута и прозвучит финальный свисток, который скажет нам о том, что «Локомотив» спустя 5 лет стал чемпионом России в молодежном первенстве. Сколько волевых побед было одержано нашими парнями, и вот мы становимся чемпионами. С этой заслуженной победой вы на самом деле молодцы. Пускай это только начало, пускай у вас еще будет много таких приятных моментов. Это наша с вами жизнь такая футбольная. Мне с вами очень, не мне, а нам с вами очень приятно работать. На самом деле вы лучшие.